Давайте предположим, что вы способны каждую ночь видеть сон, какой только захотите. И что вы, например, способны в течение одной ночи проживать 75 лет жизни. И столько времени, сколько захотите. И вполне естественно, отправляясь в такое сновидение, вы воплотите все свои желания. Вы получите все удовольствия, какие только сможете представить. И после нескольких ночей удовольствий длиною в 75 лет каждая, вы скажете: «О, это было здорово, но теперь пусть будет какой-нибудь сюрприз. Пусть теперь я увижу сон, в котором не все будет под контролем, в котором может случиться что-то, о чем я даже не подозреваю. И вам понравится, и очнувшись, вы скажете: «Вау! Ничего себе! Это было рискованно, не так ли?» Затем вы захотите больше и больше рискованных приключений. И вы станете более азартны, и в конце концов окажетесь там, где находитесь сейчас. И вы будете мечтать именно о такой жизни, которую имеете сегодня. Это произойдет в результате выбора среди бесконечного множества вариантов. И когда вы будете готовы, вы проснетесь. А если не будете готовы, то останетесь там, делая вид, что это всего лишь бедный несчастный я. Но если вы все же очнулись от иллюзии, тогда вы поняли, что белое — это черное, а вы — это кто угодно, и что жизнь — это смерть, или, лучше сказать, смерть — это жизнь. Тогда вы сможете почувствовать себя не так, будто вы чужой в этом мире, не так, будто вы здесь на испытательном сроке. Не так, будто вы — это просто случайность. Но вы сможете осознать, что ваше присутствие в этом мире абсолютно фундаментально. И вы поймете, что на самом деле в своей основе вы лишь материал и структура всего сущего.